Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Лайв Крипер. Сегодня у меня радостное событие. Я покупаю советский танк 8 уровня премиум из 6. Со мной сейчас в конфе сидят Влад. Всем привет. И Денис. Приветики. Да. У нас такое дело. Ладно. Вот играли мы, играли и поспорили. Какой танк лучше? Из 6 или Лёва? Я сказал из 6, потому все говорят, у него пушка косая. Опа. Но зато у него работает советский вертухан. Так что вот на ваших глазах я беру. Он, кстати, стоит где-то 1500 рублей. То есть у меня еще на аккаунте 12461 голда. Я его за такие деньги покупаю. Плюс я покупаю себе сразу 4 танкиста сразу на 100%. Это ровно 12200. Без экипажа. Нет, без, мы с экипажем покупаем. И я нажимаю эту кнопку. Раз. Два. Три. Та-дам! Все. В чем суть этого видео? Сейчас я даже Владу это покажу. Я из 6, круто. А, как? Фига у него дорогие калибры. Так. Я на ваших глазах. Заполняю его, это не монтаж. Так. Тушает мощность двигателя. В скайпе пишут. Фактически на 28000. Ок. Все. И 6. Я на него еще, наверное, поставлю окрас какой-нибудь. Че, хватит? Сколько вот внешний вид? Навсегда. Один сколько стоит? 200. Надо еще 50 рублей положить. Даже не 50, побольше. Ща, подождите. Ладно. На этом я бы хотел завершить это видео. Прошу, поздравьте меня в комментариях. Это, ну, что, я здесь? Очень все круто. У тебя что-то с микро? У меня? Да. Не знаю. Ща. Ладно. Ладно, реально, поздравьте меня в комментариях. Это очень... Танк будет мне очень дорог. Это мой третий премиум танк, который я купил сам. Т-14. Еще всякая фигня у меня была. Мелкая. Ну и 6, ну, да. Он реально крутой. Скорость есть, броня есть, советский вертухан всегда работает. Просто супер. Ладно, на этом я бы хотел закончить. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал. Обязательно поставьте лайк. Поздравьте меня в комментариях. С вами был Лавы Крипер. Всем удачи. Всем пока.